на 1 миллион рублей папандос, на лямчик, друзья. Вот эти монеты, человек купил, 1 миллион рублей заплатил за эти монеты. Так, он что-то там с ними судится, короче, не суть важна. В общем, у него даже никаких доказательств нету. Ну, ни чека, ничего, я имею в виду. Так, вот, Александр. Смотрите, все левые монеты, все. Пятнашка. Даже сеятель, ёб твою мать, сеятель, посмотрите. Смотрите. Сеятель даже левый. Трешка. Посмотрите. О, Господи, смотрите. Просто посмотрите. Человека шваркнули, короче, пипец. Вот у этого, смотрите, бурт какой. Так, видно, надеюсь, или нет? Сеятель. Смотрите, какая детализация. Просто ужасная. Да. Один лямчик. Тут металл, дай бог, 200 тысяч. Он получит за это. В лучшем случае. Вот такие вот чудеса, друзья. Про 24 я уже вам снимал. Предыдущий нулик. И этот человек, короче говоря, суть в том, что, смотрите, он их купил там в какой-то палатке, короче, не суть важно. Ну, доказательств у него нет, я не знаю, что у него получится с этого, ну, посмотрим. Вот. Он получит бумажки, что это фигня полная, и пойдет как доказательство в суд, ну, не знаю, что получится, может быть, когда-нибудь я вам расскажу. Всем удачи, что с этого выйдет. Ах.